Полмиллиона человек пострадали в Южном Китае. Всему виной мощный тайфун. Он уже хозяйничает в двух провинциях несколько суток и с каждым днем чувствует себя все увереннее. Местное руководство организовало массовую эвакуацию населения. Из-за тайфуна разыгралась и большая вода, затопленные сотни зданий, дорожное полотно. Спецслужбы работают в усиленном режиме. Правительство выделило дополнительные силы на борьбу с наводнением. Основное – укрепление дамб для избежания еще больших проблем с потоками воды.